Уругвай стал местом проведения первого чемпионата мира, как одна из ведущих футбольных держав, в начале 20-го столетия. Уругвайцы были победителями двух последних Олимпиад. Вторым серьезным аргументом в пользу Уругвая стало столетие независимости государства от Испании, пришедшееся как раз на лето 1930 года. К началу чемпионата уругвайцы построили новый стадион Сентенария. Надо сказать, что сам футбольный турнир начался 13 июля. Однако церемония открытия состоялась только лишь 18 июля перед матчем Уругвай-Перу, когда уже почти половина команд выбыли из турнира. На улицах Монте-Видео идет парад, посвященный столетию со дня принятия первой конституции Уругвая. Церемония открытия первого чемпионата мира. Парад нации открывает Аргентина. Флаг несет тренер команды Алазар. Далее идет Франция, затем Боливия. Впереди с флагом идут тренер Франции Кадрон и лидеры сборной Матлер и Лангюлер. Команда Боливии. Сборная Бельгии, далее Румыния. Сборная Румынии.
Далее команда Парагвая. Идут команды Парагвая и Бразилии. Знаменосцы Бразилии, Регинья, и далее, Нила. Сборная Чили. Команда Мексики. Впереди идет капитан команды, Гарса Гутьеррес. Сборная Соединенных Штатов Америки. Впереди идут тренер команды Боб Миллар и капитан сборной Том Флори. Сборная Перу. Сборная Югославии. Флаг несет Милован Якшич. Замыкает шествие хозяева Кубка мира, сборная Уругвая.